У юношеского футбольного клуба «Видное» богатая история. Но недавно состав обновился. Игроки только срабатываются. В основном это воспитанники спортивной школы «Олимп». Не профессионалы, но имеющие большой потенциал. Выступают в группе «Б». Сейчас команда участвует в первенстве Московской области. Позади 8 матчей. В рамках этого на стадионе «Металлург» встретились с гостями из Подольска. Мы очень сплотились, так скажем. Кто-то уже второй и третий год играет, поэтому стараемся как бы этот компонент налаживать. Вот. Мы все хорошо общаемся, дружим, вне поля тоже. Вот. Поэтому стараемся быть сплоченнее и дружнее на поле и вне поля тоже. В первенстве Московской области участвуют 14 команд. Соревнования двухкруговые. Пока лидирует сегодняшний противник видновчан – команда «Витязь» из Подольска. Профессионализм гостей заметен, однако и футбольный клуб «Видное» просто так победу отдавать не собирался. Счет был открыт лишь к концу первого тайма. У нас задача пока не стоит, руководство не поставило нам задачи каких-то результатов добиваться. В основном это, чтобы наши выпускники работали, играли, любимым делом занимались, чтобы их друзья, родители приходили на стадион и проводили время с пользой для здоровья, для дела. Клуб «Видное» входит в состав Федерации футбола Ленинского городского округа. Объемная организация, в которой полноценно выстроена система команд всех возрастных категорий. От самых маленьких до профессионалов. Они играют за клуб «Металлург» в Лиге А. У нас постоянные игры, у нас дети. Турниры «Удар в девятку» привлекают все больше и больше внимания. У нас развивается мини-футбольная команда. Одна является одной из самых лучших в Московской области. И есть большая глобальная идея. Она прорабатывается в том числе на уровне Министерства спорта Московского области, создание Академии мини-футбола Московской области именно в Ленинском городском округе. Ну, это такие забегающие большие планы, это то, о чем мы засыпая думаем и просыпаясь думаем. Этот матч для видновчан закончился поражением. 4-1 в пользу подольского «Витязя». Впереди у спортсменов из Ленинского округа еще 16 игр в рамках первенства. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».